Всем доброго утра! У нас сегодня все началось с того, что вчера всю ночь лил дождь, сегодня было плюс 3, все одели теплые куртки и пошли по своим делам. Все жене на работу, отвез всех в садик. Так что сейчас я готовлю обед. У нас на обед будут куриные крылышки и молодая картошка. Вот эту вот молодую картошку папа пособирал, повырывал, вернее, как повыкапывал все, что падалится, да? Там, где у нас, в общем, росла картошка, взошла ту, что мы не собрали. И вот такая вот даже успела вырасти, представляете? Так что я сейчас ее порежу. Я ее помыла, не чистила. Сейчас ее порежу на порцию, ну, на 4 части. И в духовке запеку с крылышками. Так, вот такая вот картошечка получилась с крылышками. Все это отправляется в духовку. Перемешала майонез со сметаной, с чесночком. И все это... И предварительно картошку и мяско отдельно поперчила и посолила. Так что все это смешала, и теперь все это отправляется в духовочку. Вот это. Что это? СССР. Да это монета же, что папа на море нашел. СССР. Угу. Это наши. 2 рубля. Так, мы уже сели пообедать. В лесах диких все звери делятся на 2 группы. Это эти. Хищники. Хищники и ходячее мясо. Да. Да, в общем, будем обедать. Папа будет борщ. Мы с мамой картошку с мясом. Григорий тоже борщ. Открыли помидорчики. Компот я открывала, помидорки закатанные, очень вкусные, и рассол с них очень вкусный, и помидорчики. И у нас, как всегда, Nat Geo Wild, сегодня про тигров. Так, взяла я банку на молоко, сейчас завезу Григория в школу. Это мне зачем банка? Вместе с дядей Борей. Покажи, где твой дядя Боря. Не знаю. Покажи дядю Борю. А что, уже все даже в школе его знают, да? Почти. Это что, у кого-то было день рождения? Или почему мальчик принес эти брелки? Я кое-что не делал. Забыл? Да. Давай. Так, все, Григорий в школу. Нашли мы наконец-то его телефон. Он был. Кошку зацепил. Пока! Пока, зайчик. Дайте тут полетать. Все, позвонишь, хорошо? Пока. Пока. Зайчка, покажи прическу, тетя Вера тебе сделала. Класс, да? Скажи. Красивая, молодец. Так, ну тетя Вера сейчас уже домой, ладно? Нет, это играть. Оставаться с тобой? Да. Играть? Да. Точно? Да. А во что мы будем играть? Давай мы играем в игрушки. А у нас есть игрушки разве? Нет, у нас. У вас есть? Да. Я не знаю, я боюсь. Я не боюсь. Ты со мной? Да. Ну, тетя Вера, иди, сейчас надо уже уезжать, зайчик. Тетя Вера это вечером приедет, когда на карате, да? Нет. Гришу отвезет на карате? А ты бери игрушечки, давай включим какой-то мультик интересный про Майдадыра, например. И будешь смотреть, мама, какой был грязный мальчик, да? Мама, со мной только? Да. А сама только? Это сама и добавить будет пить. А так? Давай потихонечку, давай потихонечку. Потихонечку тогда. Надо вот пить. Теперь опять поедем? Обязательно надо только пристегивать, да, зайчка? Да. Это обязательно. Вот так, теперь это все вверх. Молодец. Это на машине, когда я с тобой вожу год. Угу. А мама, какой будет дядя? Прививочку. Поедем на прививочку, да? Да. Будет укол делать. Укольчик? В попку? Нет, в щечку. В щечку? Да. Еще помажу глазкой. Может, чуть-чуть пыску
хочет. Доктор был вот там, там где? Лабин. Сейчас рядом охотник дядь. Так, Гришу отвезла, Зои погуляла и забрала на почте китайский пакетик. Это штатив а-ля селфи-палка. Сейчас, в общем, будем открывать вот в такой коробочке. Коробочка, кстати, не помята, как бывает. Сейчас будем пробовать. Что здесь внутри? Так, внутри это брелок, то есть фото-видео. И сама палка. Сюда вот, я так понимаю, крепится телефон. Надеюсь, что мой прикрепится. Да, здесь все вытягивается. Сейчас, в общем, попробую и вам расскажу. Так, ну телефон сюда влазит. Кнопку еще не поняла, как настроить по Bluetooth. Но буду разбираться. И ну, что-то здесь моргает. Причем Bluetooth ее вроде бы как обнаруживает. Ну, в общем, буду смотреть еще по настройкам. Вот, все нормально держится. Вот, но запашок такой китайщинки есть. Так что вот. И здесь какой-то должен быть еще снизу такой вот штативчик. Тоже его буду пробовать попозже, когда все повяжем. Мне еще сегодня он должен на танцы вести. В общем, вот что-то вот такое вот должно быть в комплекте. Будем разбираться. Все, мы с Зоечкой пробуем снимать на селфи-палку. Покажи. Хочу даже. Да, мы можем вот, вот так вот. Я. Ну ты ж смотри на себя. Что, ты красавица? Это видео, Зоечка. А пульт, оказывается, только для фото. И он работает. Все отлично. То есть с пультом мы можем фоткать. Давай мне пульт. Да, по Bluetooth мы его соединили. Все отлично работает. Все хорошо, но только на фото. Я-то думала, что оно на видео работает. Так что, в общем, мы теперь крутые с селфи-палкой. Дай я починю пульт. Относи тогда на место, Зоя. Я плаваю. Ты попробовала? Ну, оно работает? Вот. Вот, отлично. Ты теперь можешь плавать, да? Да, вот так. Ну, давай, пока. Беги играть. Я сейчас поеду Антошу на танцы отвезу и приеду к тебе, хорошо? Я бы с тобой. Ну, Зой, я бы с удовольствием. Но ты в шортах, Зоюнь. Я и буду одеваться. Зоя, ты не будешь одеваться, Зой. Ты будешь здесь меня ждать. Я быстро. Как всегда, это обалденное небо, которое я просто обожаю. Вот тут, где поле, небо просто всегда какое-то невероятное. Так, все, настроила я уже и штатив поставила, чтобы мама, селфи палка. Мама меня не радует. Почему? Она не заказала синюю селфи. Так, иди. Гриша хотела синюю, все, и пульт настроила. Но только на фото, видео все-таки нужно здесь все тыкать. Вот. И так что теперь у меня здесь штатив такой. Сейчас покажу, как он. А, да, этот... Как-то так. Да, как-то так. Что, вот такой вот штатив. Все, я разобралась, как вот это вот все работает. Просто поднимается вверх вот это вот крепление для кнопки. Получается, выдвигаются вот три вот такие направляющие. И вот этот вот серединка просто прокручивается вправо или влево, в общем, чтобы закрепить, а так вот эти вот пазики потом складываются вот опять в ручку, либо вот эта вот часть опять прокручивается, опять они фиксируются и стоят себе спокойно, так что мне все нравится, все работает отлично. Так, все, сейчас уже будем с Григорием ужинать, я буду картошку с мясом опять, Гриша опять борщ. Мама опять меня. Так, надо попить кофе, потому что молоко только забрала, вот, ну, когда в обед, да? Даже сегодня ни разу не пила кофе, так что кофе с молоком обязательно. И грею себе картошечку. Такую вот с крылышками. Уже начали открывать закатки, помидорки будем кушать. Все, Антошка с танцев забрали. Я готов. Все. Давай, Зай, нам еще за Афони. Антош, быстрее шевелимся, слышишь меня? Так, все уже дома. Все, Маргосю завезли. Афонечка, открывай.
Селфи-палку пришла сегодня с Китая. Она может вышить? Может. Покажи. Как точно, Тебе почистить мандаринку? Давай. Да, мы тут уже литературное чтение выучили. А теперь английский, да? Слова новые. А там еще и упражнения задали. Смотри, ну я его тут сделал. Вот тут буквы. Тут они все написано, я все проверил. Буквы надо было. Там как-то А наша русская. Надо в стирку. Завтра другую кофту. Ты же кушаешь все равно. Грязная, все равно ты бегал, ты же там на полу играл в садике. Беги, мама, стирку. Мама, сумка, бэк. Как сумка? Бэк. Бэк? Бэк. Бэк. Бэк? Бэк. Бэк. Угу. Дальше, лампа, лэмп. Лэмп. Ну, я так и сказал, лэмп. Так, а Афоня еще сегодня из садика домик принес. Вот такой вот. Афоня, ты с кем? Мамы. Мамы. Афоня, а где, кто тебе такой домик показывал? Вот такой, ну давай вот такую отнесем. Да. Такая пойдет, да? Да. Афонечка, а ты с кем делал домик-то, расскажи. С мамой. Афонь. А там белый дом. Сам делал? Да. Хорошо. Как там танцы, сынок? Антош, как танцы? Пятерка? Теперь уже три мальчика, да, у Антоша ходят? Трофим еще, да, пришел. Плачет. Плакал? Я уже Гришу отвезла, у нас тут маленькая Ляля появилась, да? А, это маленькая собака появилась? А как зовут собаку? Я маленькая Ляля. А я его научился... Так рот помыть. Я его научился Андре говорить. Маленькая Ляля. Так как тебя зовут, собачка? Саша. Ты гавкаешь? Ты кусаешься? Так, тогда иди на диван и спи, понятно? А ты рот помой. Так, а мы слушаем мамонтенка. Смотри, мультик. Маму ждет, да? Ищет. Родился, а мамы нету. Да, я тоже в детстве всегда плакала. Да? Не надо плакать. Уже мы решили посмотреть этот мультик, да, потому что я делаю мамонтенка для мамы. Нет, ты лучше песню мне спой, какую ты пел. Какую ты слышишь? Не хочу поросенка. Какого поросенка? Поросенка, еще. А я не хочу по расчету. Нет, я не хочу тебя поросенка. Да, ты хочешь? Нет, не хочу тебя поросенка. Так, тогда давай мыться, поросенка. Так, Дже, давай купаться. Так, вот такой вот мамонтенок получился. Мама. Да, осталось только красками его докрасить. И будет еще один наборчик для мамочки. Так, ну что, я уже сделала прянички. Вот, мамонтенка еще краской буду дорисовывать. А мама уже готова. Вот такая вот ромашечка мама получилась. Мне кажется, очень нежно, правда? С надписями у меня пока еще проблема, но я буду обязательно тренироваться. Вот здесь у меня еще есть заготовочки. Вот такие вот. Так что будем еще продолжать работу, но уже все завтра. А сегодня уже спать. Ну что, на сегодня все. 12 часов ровно, и я иду спать.
Вот Ката сегодня Григорий тренировали на тренировке, делали там какое-то мини-соревнование, у Гриши второе место. Это значит, что нам еще работать и работать несколько дней. В воскресенье уже соревнования, поэтому надо прям постараться очень-очень. Вот сейчас все убираю после себя, потому что у меня тут и проектор стоит. Вот он, красавчик, тут треногий. Да, на проекторе я, кстати, еще ничего не делала, достала его показать Сержуне. Да, он прям захотел, говорит, ты хоть мне покажи, что это такое. Так что показала ему, как это все работает. Все работает, кстати, все отлично, все круто. Там даже кто-то из девочек в группе, там, знаете, как на эту закупку, это была закупка проекторов, создали группу в WhatsApp, и там даже из девочек кто-то уже подключил к нему планшет, так что там, короче, уже... много всяких интересных штук, но там вставляется флешка, на которой уже нужные вам, нам, пряничникам, да любым вообще, это и надписи на тортах, мне кажется, это очень здоровская штука, проектор, вот, так что будем тренироваться, будем делать какие-то пряники, очень удобно, что ставишь на одной высоте, то есть размер изображения регулируется высотой проектора. Высотой ножек штатива даже, я бы сказала. И поэтому для того, чтобы... То есть ставишь на одну высоту проектор и там много-много, там, не знаю, свинок Пеппы делаешь, например. Вот, но будем пробовать обязательно и такие прянички, все одинаковые. Мне кажется, это будет очень интересно. Вот, а сейчас доделываю ко Дню Матери, а потом будет уже Новый год.